Далее об этих и других событиях дня более подробно. «Казмунайгаз» намерен провести глубокое бурение на 5500 метров на участке Тургай-Палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море. Об этом сообщил на приеме у президента страны, исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества «Казмунайгаз» Асхат Хасенов. Глава государства заслушал отчет об итогах за первый квартал текущего года. Асхат Хасенов доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаузене и завода по производству полиэтилена в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождения Каламкас-Море, Хазар и Ауэза в Каспийском море. Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в георазведку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.